Наконец-то отшумели, отгремели эти все праздники. Доели последнее ведро оливье. Крабовые котам скормили. И вот у нас с Удасей возник спор и вопрос. Как отличить настоящую красную икру от поддельной? И сейчас мы с вами будем проводить эксперимент. Для этого мы берем стакан кипятка. Вот водичка только-только закипела. Колодец. И берем чуть-чуть икорки и посмотрим на реакцию. Смотрите, я бросаю икорку. Что происходит? Вы видите, произошла реакция. Вода побелела, а икринки начали становиться прозрачными. Сейчас мы еще поколыхаем вот так вот. Ну и что это значит? Это значит, что белок свернулся, и мы имеем натуральную и природную икру. Вот я сейчас подниму выше, и вы посмотрите. Сейчас мы еще поколыхаем вот так вот чайной ложечкой. Вот. Икринки становятся прозрачными, меняется структура, и вода побелела. Фактически икра сварилась. И это говорит о том, что это настоящая икра. А искусственная икра или фальсификат при нахождении в кипятке свою структуру поменяет, она растворится. Почему? Потому что в 90% случаев искусственную икру делают из желатина, и при нахождении с кипятком она потеряет свою структуру, растворится и перестанет вообще быть видима. Вот смотрите, у нас прошло немного времени, и вот сейчас с донышка вы увидите, что происходит с икринкой. Вы видите, как результат, икра в кипятке настоящая сварилась. Мы видим даже вот эту структуру зародышей. Вот так вот выглядит после кипятка натуральная икра. Поэтому оставайтесь с нами на канале. Мы вас всех любим. Мира, здоровья и благодати.